Совпадает со мной день рождения, 17 июля. Только года разные. Всем привет, это Даша. Это традиционное прочитанное за месяц. Это был июнь 2021. И начну я с хвастовства. Я наконец-то закончила свой читательский дневник, который безумно меня раздражал. Вот такой вот. И начала новый, который меня очень радует по сравнению с предыдущим. Вот такой вот, то, что в следующем своем видео я вам расскажу, в чем разница, почему я... Один меня вводил в недоумение, а другой огорчал. И еще одна чудеснейшая новость. Помните, я написала книгу о блокадном Ленинграде под названием «Перо». Так вот, ссылочка «Читая город», я ее заинтересовался. И пока что там будет 5 экземпляров ее, где-то чуть больше, чем через месяц там появится. Я так счастлива. Ну, теперь перейдем к делу. Итак, открывает наш июнь с вами книга документальная «Средневековая Англия. Путеводитель путешественника во времени». Автор Ян Мортимер. Это, ну, собственно, что здесь рассказывать. Название говорит само за себя. Это действительно путеводитель по средневековой Англии. Автор нас погружает в нее, проходится фактически по всем сферам жизни. Это и бытовая жизнь, и чума, и разные профессии, постоянно ссылается на Чосера. И я сама глубоко его уважаю, но под конец это немножечко мне поднадоело. Правда, в том же самом конце автор так раскланивался и признавался в своей любви к этому писателю, что я поняла его, так сказать, манеру и простила ему. Очень увлекательно и совсем-совсем не занудно. Потом открытием этого месяца, кандидатом в лучшее прочитанное за год, становится книга под названием «Путешествие за счастьем. Почтовые открытки из Греции». Автор Виктория Хислоп. Вообще-то по названию может показаться, и даже по аннотации книги, кстати, тоже, что это такая легкая, что-то романтичное, не отягощающая ни разу не душу, но это впечатление обманчиво. Вот тот самый случай, когда не судите книгу по обложке. Отчасти название отображает верно задумку. Девушка получает ряд открыток, которые вообще-то адресованы совсем другому человеку, хотя именно по тому адресу, по которому она проживает. Находясь в глубочайшем недоумении, она их не выкидывает, она их собирает, наслаждается видом этих открыток и до такой степени вдохновляется, что берет отпуск и едет в Грецию. И получает перед отъездом пакет с дневником. Автор этого дневника, он же отправитель тех открыток, рассказывает истории, которые собрал путешествия по Греции, и они дивные, они одновременно и завораживающие, и пугающие. Вот знаете, я когда читала, я думала о том, что Стивен Кинг нервно курит в сторонке, поглядывая в зеркало и говоря самоотражению: «Не оставайся, чувак, не комплексуй, ты тоже так можешь, только постарайся, и ты тоже сможешь не хуже». То есть понимаете, да, до какой степени это может погружать вас в ужас и трогать душу. Особенно история о Пасхе меня особенно тронула. Это совершенно потрясающее во всех смыслах этого слова. И вообще чтение этой книги — это как плавание в бездонном океане на спине. С одной стороны, как-то жутко от того, что под тобой бездна. Где-то там плавает кракен, который в любую секунду может выпрыгнуть тебя, сожрать. А с другой стороны, вы видите вот это вот небо, которое над вами, эти прекрасные звезды, смотрите на них, любуетесь. То есть одновременно и ужас, и восхищение. Вот это вот покачивание волн, оно немножечко убаюкивает, но и ощущение ужаса не проходит. Вот все это в одном создает совершенно неповторимую комбинацию. Нет, не очень подходящее слово. Ну, вы меня поняли. И рекомендация, если вы будете читать эту книгу, я эту рекомендацию слышала от других людей, но ее проигнорировала и пожалела об этом. Я испытывала очень много сожалений на эту тему.
Поэтому прислушайтесь ко мне. Читать ее лучше в бумажном варианте, либо, если все-таки хотите в электронном, то как бы с компьютера или с телефона, чтобы был как бы, в общем, цветной читалки, потому что там очень много красивейших изображений, и вы будете испытывать сожаление, что видите их в черно-белом варианте. Также эта книга пробуждает струны души, ответственные за свои переживания. Написано все очень просто, коротко и безумно проникновенно. То есть чувствуешь каждую эмоцию, каждую историю и всем подряд себя переживаешь. Ну, идем дальше. Я увлеклась. У Дюма я прочитала две книги про трех мушкетеров и их неугомонного товарища Гасконца. Вот они. Это, собственно, три мушкетера и 20 лет спустя. Ну, мне кажется, про эту историю знают все, потому что столько экранизаций, как мультипликационного плана, так и, ну, вот, фильмы просто, вот. И даже, по-моему, сериалы есть. Юноша, Гасконец, это провинция французская, приезжает в Париж с тем, чтобы его покорить и стать, ну, как минимум, маршалом Франции. Его приключение начинается с ссоры с тремя видными и достаточно известными своих мушкетерами Атосом, Арамисом и Портосом. Склероз временно включился. Но обстоятельства складываются так, что они мирятся и превращаются в компанию очень крепких друзей, связанных крепчайшими узами. И преодолевают ряд сталкиваются с рядом приключений, которые преодолевают успешно. Это написано очень легко, очень так, легкий росчерком пера, увлекательно, ни капли не нудно, читается на одном дыхании. В общем, здорово. 20 лет спустя, ну, по названию опять же понятно, все эти 20 лет они фактически не виделись. Ну так, чуть-чуть. Незначай. Это период смуты во Франции, и нам очень так красочно ее иллюстрирует, и ну и заодно нам показывает революцию в Англии. Собственно, тут-то, видимо, Францию карма и настигла, потому что они в свое время отказали помощи во время революции в Англии. И что же мы видим? Монархия в Англии цветет и пахнет до сих пор, а Франция, ну, увы, извините. Да, поэтому всегда помните о карме, она вас настигнет. Значит, у главных героев есть прототипы, у Д'Артаньяна так их вообще целых три. Двое из них — это братья из рода Д'Артаньянов. Третий, ну, другой человек, живший немножечко в другое время, но не сильно. Да, а Портос, Арамис и Атос, что же есть время, я считаю, кого-то забываю, они вообще были двоюродными братьями. То есть, да, прототипы есть, но они просто переданы не вполне как бы достоверно, так, с долей фантазии. Далее, книга называется «Расстояние между мной и черешным деревом», автор Паоло Паретти. И вообще, не мне, начинающего автора, конечно, так отзываться о книге, но когда я в конце прочитала, что, ну, когда она расточает благодарность тем этим вторым-третьим, она пишет: «Вот, я благодарю школу писательского мастерства, которую я посещала, которая мне много дала». И я сижу такая, думаю: «Да ты же моя хорошая, ты же еще и в школу ходила». В общем, смотрите. Причем эта книга меня заставила чувствовать себя эмоционально неполноценной, эмоционально неполноценным камнем. Вот. Ситуация такая. Маленькая девочка, по-моему, 11 лет, слепнет. Причем так быстро, что вот, ну, буквально не по дням, по часам. Одновременно с этим она испытывает глубочайшую привязанность к сотруднице школы, и, кстати, так и не поняла, она учительница там, или уборщица, или еще кто, которая больна онкологическим заболеванием. И прям вот видно, что автор давит, пытается
любви выдавить слезу своего читателя, все ее стремления направлены на этим, и от того книга читается как вот что-то такое искусственно, неестественно. Ну, знаете, когда видите розу красивую где-то в саду, подходите к ней с намерением, с ожиданием радостным и предвкушением вдохнуть сейчас сладостный ее аромат, насладиться красотой ее лепестков со следами утренней росы, подходите ближе и видите, что это не роза, а, ну, то есть роза, но не живая, а пластиковая, причем очень так грубо и топорно сделанная. Вот примерно эти эмоции я испытывала, пока читала книгу. Если бы она не была такой короткой, я бы ее вообще бросила. Потому что, ну это просто неприлично. Это просто неприлично так давить мозолистой пяткой на душу читателя, пытаясь всеми правдами и неправдами выдавить чувство сожаления и скупую слезу хотя бы из-за чьей. И это выглядит так нарочито. Единственное, мне понравились воспоминания бабушки героини. Вот тут да. Но чем дальше, тем больше автор давила мозолистой пяткой на душу, и тем меньше вспоминал бабушку. Причем я в глубочайшем недоумении, потому что я поставила эту книгу не самую низкую оценку, но на Лавлибе она там чуть ли не пятерка по пятибалльной шкале. И я себя так ограниченно почувствовала, когда это увидела, может, я просто эмоционально тупа. В общем, онкологическое заболевание здесь показано максимально неестественно. Это так не происходит. Зачем вообще, я не поняла многие мотивы, то есть сотрудницы школы, зачем она вообще делает то, что делает по отношению к ребенку, который и так очень сильно страдает от своего собственного заболевания. Я не поняла родителей, потому что это они в жизни могут быть и токсичными, и заботливыми одновременно, но в книгах обычно тоже тогда бывает, но в основном ты очень ясно понимаешь, как к ним относиться. С пониманием или прямо вот с ненавистью, с неодобрением. А здесь сидишь и видишь, с одной стороны, родители, которые действительно заботятся о своей дочери, любят ее, с другой они забирают своего слепнущего дитя, то возможно, единственное, что она так горячо любит и ценит, и обожает, даже не предупредив об этом, а просто поставив перед фактом. Ну, тебя это забрали. И я просто сижу и думаю, простите, что? Еще один мальчик там появляется, Филипп, кажется, на словах заявляется, что это какой-то сумасшедший, это какой-то псих, который в результате травмы, нанесенной ему родителями, просто какой-то придурок конченый, но на деле это очень заботливый и добрый мальчик. Чему верить? Его поступкам или словам автора о нем? Тоже как бы вот такое вот расхождение какое-то. Далее. Книга «Я принцесса», автор Джин Сессон. Это западная девушка, которая якобы со слов принцессы из Арабских Эмиратов, самой настоящей принцессы из царской семьи, рассказывает о всей ее жизни, вот прям буквально о всей, начиная с детства и заканчивая, соответственно. Я сначала была в восторге, потому что, во-первых, я сейчас пишу книгу о Египте, действие происходит, там сейчас арабы, и в Арабских Эмиратах, соответственно, тоже такая схожая культура, и мне было бы полезно почитать что-то такое и в плане вдохновения, и в плане знаний. И это очень увлекательно само по себе и очень интригующе, потому что, как говорится, Восток делает тонкая петруха.
Ну, я прям верила, что это правда биография настоящей принцессы, рассказанная ей самой, но просто словами ее подруги-писательницы. Но в финале начали происходить вещи, которые не могли происходить с мусульманкой в мусульманской стране. Я как бы в курсе дела, я не люблю Запад, если честно. Моя голова всегда с самого детства была обращена на восток. И я держу себя надежду, что я хоть чуть-чуть восток, но понимаю более-менее. Но не верю я, что некоторые вещи, о которых говорит автор, могла сотворить мусульманская женщина. Есть еще пара моментов, которые вот вначале говорится, что вот изменены некоторые имена, некоторые события, чтобы никто из царской семьи не догадался, какая именно из принцесс все это рассказала, иначе будет ата-та по-опи, будет больно-прибольно. Вот. Но в результате характер этой принцессы таков, что а кто это еще может быть, кроме вот нее? Потому что все остальные, они под стать стране, в которой живут. И под стать той культуре, и представление о роли женщины в обществе. Она ведет себя ну, просто как какая-то американка, и не просто американка, а американка из Техаса, такая, знаете, с характером, ну, какие-то предубеждения сейчас свои лично озвучиваю, с сильным характером, с такой вот волей, волевая, с силой духа такой прям непреодолимый, такая вот огонь баба, которая в горящую избу войдет и коня на скаку, особенно из базухи, остановит и вообще все при всем. Я пришла к выводу, быть может быть неверному, что никакие это не записки саму принцессу и переданные подруги из Америки, а просто собирательный такой образ, который вот эта вот писательница, она собрала в одну кучу и в виде истории рассказала. Ну, такой ход. Ну, вообще книга увлекательная, хорошая, интересная. Могу рекомендовать. Относительная новинка. Корейская, автор Сомия, называется «Единственный ребенок». Возможно, вы слышали, это достаточно сумевшая книга. «Молчание ягнят» читали? Ну, хотя бы видели. Это достаточно сумевшая экранизация. Вот читайте, что это «Молчание ягнят» по-корейски. Автор из Южной Кореи. И она и сама по ходу повествования постоянно вспоминает о молчании ягнят. Ну, история похожая. Криминальный психолог. Так себе не психолог, кстати. Тем более криминальный. Она, в общем, есть один серийный убийца, который убивает женщин. И он хочет говорить только с ней. Она к нему приходит, он с ней беседует. Она пытается из него выбить какую-то информацию об его преступлениях. Ну, молчание где-то по-корейски. Сомье талантлива. Она умеет связать интригу. Она умеет держать читателя в напряжении. Ей, как и мне, надо просто набраться опыта и чуть-чуть поработать над своими слабыми местами, а они есть. Например, недостаточно достоверно передаются диалоги. Я вот просто читала и строила себя Станиславскому, который говорил: «Не верю, не верю, не верю». У нее странная героиня. Ей говорят, что ее падчерица фактически накинулась с ножом на ребенка, на своего ровесника. А так говорит, ну и что, она же не его собиралась заколоть окошку. А да действительно, это ж такая ерунда, тем более для психолога.
Я, конечно, все понимаю, сапожник без сапог, но это ни в какие ворота. То есть еще неизвестно, кстати, что хуже, кошка или ребенок. Ребенок может убежать, попытаться защититься. Тем более этот ребенок мальчик, а нападающая девочка, может наябедничать. Все что угодно может. Может отомстить, а бессловесное животное, оно что может? Оно вообще ничего не может. Даже убежать. Поэтому вообще неизвестно, что хуже. И мне кажется, это чуть ли не равноценно. А да, отмахивается, мол, ерунда какая. Причем, когда есть моменты, когда, ну, у нас же специалист по психологии, ну, что, и такие ошибки совершать, при этом говорить, что человек прекрасный рассказчик, потому что зарабатывает на жизнь писательством книг. Что? Что, простите? Абсолютный гений в написании произведений может быть таким нелюбимым, замкнутым и неспособным связать двух слов, что просто диву даешься. И наоборот, прекраснейший Златоуст не сможет написать даже вот абзац с какой-нибудь статьи, причем по своему профилю пусть даже. Это очень достаточно частое явление, и не факт, что если человек прекрасно пишет книги, он также и прекрасно, из него и такой же прекрасный рассказчик. Она допускает кучу стилистических, криминалистических, психологических и прочих ошибок. Ну, в общем, есть над чем работать, но она, я все равно считаю, что автор очень талантлива. Ирэнни Прадо, кстати, очень странная. Она узнает, что ее муж, ну, вообще, без спойлеров, но она узнает о своем муже факты, которые спугнули бы, ну или хотя бы заставили удивиться любую среднестатистическую женщину. Это воспринимает все как в порядке вещей. Ну или, например, она приносит человеку яблоко, откусывает его и оставляет на столе с мыслью, он потом его съест. Что? Вот вы знаете, я очень люблю идеальных героев, потому что как бы идеальных людей не существует, и в персонажах книг поэтому тоже хочется видеть какие-то недостатки, слабые места, ну хотя бы физические, если не душевные. Но здесь, мне кажется, автор не старался предусмотреть этот момент, прописывая подобные слабости своей героине, а ну просто не до конца ее продумала. Ну, закончим с единственным ребенком и перейдем к следующей книге. Вот как это за 80 дней. Что-то меня повернуло на Франции. Жюль Верн. Ну, опять же, все, мне кажется, знают эту историю. Много есть экранизация, опять же, повторюсь. Человек, живущий в 19 веке, достаточно состоятельным, заключает пари, что сможет обернуть земной шарик за 80 дней и вернуться в точно назначенное время, в точно назначенный день. По пути он встречает кучу препятствий, переживает определенные приключения, стремясь к своей цели. Ну, надо сказать, он не особо старается эти препятствия преодолеть, стараются его спутники и его кошелек. А сам он проявляет инициативу только когда этот кошелек нужно по сути достать. Ну и нет, справедливости сказать, есть несколько ситуаций, где он проявляет себя благородным рыцарем, но их не так уж и много. И снова Франция. Ну, правда, автор немецкого происхождения Патрик Зюскинд, парфюмер. Когда-то я смотрела экранизацию, она мне понравилась. Я попробовала почитать где-то в начале нулевых книгу, вот эту самую.
Кстати, не рекомендую. Это азбука классика 2004 года. Она разваливается при первой же попытке ее открыть. Так вот, тогда она мне совершенно не зашла, но я ей дала второй шанс, и не зря. Я ее прочитала буквально за 4-5 часов. Вот просто села и, не поднимая головы, ее читала, 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 читала взахлёб. Рождается ребенок во Франции в 18 веке. У него совпадает со мной день рождения, 17 июля. Только года разные. Он обладает идеальным обонянием, что поражает я тоже. Ну, конечно, не таким острым, как у персонажа, но все-таки обостренное оно у меня. Меня это очень удивило. Я даже пост в Инстаграме на эту тему выкладывала. Так вот, кто бы мог подумать, что человек, наделенный таким безобидным даром, станет серийным маньяком, убийцей в погоне за совершенными духами. Совершенно жуткая книга и прекрасная одновременно. Завораживает с первых строк описанием воднючего Парижа. Даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Я полна восхищения. Ну и наконец, а то я уже заикаться начала. Дэн Браун со своей нашумевшей книгой «Код да Винчи» перечитывала, по-моему, в третий, если не четвертый раз. Это этакий Индиана Джонс, но в черте города, которая ввергается в пучину приключений не по мановению души, а просто вынужден. В Париже, где он читает, где главный герой читает курс лекций по символизму, он преподаватель Гарварда, не хухры-мухры, происходит убийство. И так уж вышло, что жертва убийства, потерпевший, он, прежде чем скачаться, строит, ну, оставляет очень загадочное послание, и сам ложится в позу витрувианского человека Леонардо да Винчи. И именно с этого начинается череда неприятностей и приключений главного героя. Тут затрагивается и Библия, и всякие тайные общества, разгадываются шифры, коды, затрагивается мастерство легендарного Леонардо да Винчи, раскрываются тайны Мона Лизы, почему он так популярна, и совершается много исторических ошибок. Больше всего меня разочаровала ошибка, касаемая египетской мифологии. Я упоминала, что пишу книгу об этом. Он заявил, что Изида состояла в интимной связи с Амоном. Изида чуть ли не главная героиня моей книги, которую я знаю, ну, если не все, то все известно египтологам. Изида, верная жена Осириса и преданная мать Гора. Можно сказать по отношению к матери преданная? Любящая, вот. Я когда это прочитала, мне просто глаза на лоб полезли, налились кровью, руки задрожали и захотелось тяжелой, самым тяжелым томом, посвященный египетской культуре, стукнуть автора по голове, чтобы хоть так вбить эту информацию в его голову. Ну ладно, то, что в стеклянной пирамиде он заявил 666 плит, хотя их больше, и число не такое красивое, это ладно, хер с ним. Но ляпнуть такое про Изиду, про мою любимую богинечку, в общем, я как бы обиделась, но не сильно. Тем не менее, книга очень увлекательная, читается на одном дыхании. Ну, в принципе, рекомендую. Вот. На этом я заканчиваю свое повествование. Надеюсь, вам было интересно. Простите меня за заикание.
Пока-пока и до скорых книг.